Скажіть, будь ласка, перше, що таке розвиток в вашому розумінні? Друге, чи є у вас проєкт власного розвитку на життя? А третє, як стати найкращою версією себе в цьому житті, на цій планеті? Для мене розвиття – це приобретення іншого розуміння. И развитие начинается не с удовольствия, а с всегда, а прямо с противоположного, с иногда достаточно острого, иногда привычного осознания своей ограниченности. В чем угодно. Касается ли это чего-то профессионального? Касается ли это каких-то вещей, как сейчас у нас говорят, там, софтовых? Взаимоотношения людьми и так далее. Да? Но мне кажется, развитие, если мы говорим о развитии, то есть о переходе на какой-то желательно другой уровень чего-то, да? Это всегда уход от того, что вызывает твое либо неудовольствие, либо острое желание что-то приобрести, понимаете? Материальное в этом плане, это может быть, конечно, приятная фишка, но к развитию в этом смысле оно не имеет никакого отношения. Если проект нет и быть не может, вот для такой позиции, но по одной простой причине. Проект, простите, имеет четко обозначенную дату. Я как-то люблю жить долго, периодически меняя себе цели, да? Проект, мне кажется, вот в такой постановке более такая рационализированная штука. Идеал какой-то, к которому вы стремитесь, не проект. Идеалов много. Нет какого-то абсолютно одного идеала. Я нахожу... Ну, вот я очень четко помню момент, когда первый раз ощутил очень такой жесткий позыв к тому, что я должен что-то с собой делать. Это было в школе. Я вдруг понял, что у меня нет ни одной собственной мысли. Вот я пришел к этому выводу. Я говорю, повторяя прочитанное, к тому времени безумное количество прочитанного всего. Но это чужие мысли. А вот где мои? Вот с этого момента у меня началась внутренняя работа над тем, чтобы приобрести хотя бы малейшее, маленькое право какой-то обрывок мысли назвать своим. Вот это так, да? Ну, а во-вторых, развиваешься всегда, потому что ты понимаешь, что вокруг, ну, как-то... Ты не понимаешь мир, а ты хочешь его понять. Именно поэтому я двинулся в языки. У меня сейчас 7. Что это вам дало, вот такое количество языков? Мне очень интересно взять и в оригинале прочитать. Профессионально я ничего на украинском и на русском не читаю. Я не считаю это необходимым. Для меня это... Зряшная трата времени, потому что нечего читать пока профессионально в том, чем я занимаюсь. А с другой стороны, никто не заставляет заниматься тем, чем я занимаюсь для себя всегда. Все, что касается того, что просто я не могу себе позволить становиться ниже какого-то для меня принятого стандарта меня. Вот назвать ли это проектом, не знаю, я не уверен. Да? То есть, когда я всю жизнь играл на гитаре, а потом у меня был период, когда не было времени. Я сейчас упорно восстанавливаю навыки и играю в джаз. Да? Но это восстановление. И никто меня не заставляет, я раздражаю окружающих, сами понимаете, с чем это связано. Да? Но вот это я сам себя. Наверное, это из-за любви к бегу. Когда вот ты бегаешь, то ты, в общем-то, соревнуешься сам с собой. Хорошо, Андрей. Дело в том, что подобные вопросы, чисто ответы на них могут иметь различные стратегии. Это я сейчас так себе путь к отступлению рисую. Потому что ответы могут быть рационально-логические, метафорические, аналогические. Мы можем по-разному выстраивать эти объяснения, поскольку они неисчерпаемы. Поэтому ответ каждого из нас, я говорю за себя, но думаю, что и за Сергея Викторовича, и за Михаила, это всегда какие-то линии в то время, как должен звучать симфонический оркестр.
Но зайду тогда с другой стороны. Мне кажется, вот моя главная метафора пока, многие сказки, легенды, мифы, например, об Эдипе, сотни мифов, связаны с тем, что судьба героя зависит от ответов на какой-то важный вопрос. Вопрос обычно задает какое-то существо, сфинкс, например. И вот для меня продвижение мое связано с тем, чтобы распознать, обнаружить правильные вопросы. А меня учил Платон о том, что если философия начинается с удивления, это значит, мы видим мир все время по-новому. Мы постоянно боремся с рутиной. Мы не видим мир по-новому, если мы привыкаем к тому, что мир не чудесным образом структурирован. Поэтому обнаружение вопросов, удивление связано с практикумом видеть мир каждый раз по-новому, чтобы он раскрывался в новой глубине. А это значит идти по пути этих вопросов. Так вот, вопрос как путеводная нить и попытка отвечать на эти вопросы. Обычно их называют фундаментальными вопросами, предельными вопросами, последними вопросами. От этих вопросов зависит то, насколько мы научились быть более глубокими, более мудрыми, более разносторонними. Вот был хороший тезис усложнений. Это первый шажочек. Путеводная нить вопросов и ответы на них. Теперь зайду с другой стороны, более рациональной. Мне кажется, нужно различать, я хочу, чтобы вы подумали и завтра, и послезавтра, чтобы отличить изменения, движение и развитие. Там был образ того, что все растет, все меняется, но не все развивается. Мы меняемся каждый день, но развиваемся ли мы? И здесь второй мой важный пункт. Развитие — это не естественный процесс, хотя нам очень хочется органические метафоры. А сама культура, от мифов, повествований до науки, философии, культуры, экономики — это надстройка над биологическим миром. Биологический мир может быть основанием, но все, что мы делаем в этом мире как люди, не является естественным процессом. Для этого было придумано слово «культура», «культивация», «возделывание души» и так далее. Не буду красивые вещи говорить. Поэтому можно сказать, что наше развитие — это возделывание себя. Вот это главное наше дело — иметь дело с собой и возделывать себя. Ну и завершающий момент, чтобы не затягивать. Если мы говорим о каких-то целях, вы очень... точные, прагматичные люди. Это очень важно. Это ваше преимущество. Но часто в разговорах о времени, о развитии, о других важных вещах мы должны аккуратно взаимодействовать с вами, потому что у вас есть преимущество относительно меня, а у меня есть некие преимущества относительно вас. В этом надо дополнять друг друга. Когда мы говорим проект, ресурс, план, я боюсь, что мы себя немножко обманываем. Поскольку на этом пути собственного развития цель должна меняться. Это мой опыт, я его не навязываю. Поскольку меняется наша оптика, мы становимся более глубокими, надеюсь. Мы более сложно, разносторонне видим мир, и наши цели не могут не меняться. Вот я в детстве играл на скрипке, и у меня задача была простая — стать великим скрипачом. А я жил в советской культуре, где культ великого человека был очень важен. Потом я поступил в художественную школу, я хотел быть великим художником. Простая цель. Я продвинулся, некоторое время пожил, поразвивался, и мне не хочется быть великим скрипачом, великим художником и великим философом. Почему? Потому что я ни с кем не конкурирую. В плане внутреннего развития, личностного развития, я создаю уникальный мир, я создаю Вселенную, в которой есть место всем усилиям творческих людей.
Эта вселенная приглашает всех творческих людей. Она не хочет быть лучше их, превзойти их, показать, какой я крутой, как я много знаю, как я могу вас удивлять, поражать, писать самые мудрые книги. Мне кажется, это ложный путь. Хотя он тоже неплох. У молодых людей должны быть амбиции. Но с высоты или с ямы своего возраста, я думаю, с высоты все-таки, я могу сказать, что если ты выстраиваешь мир не конкурентный, а впускающий других для взаимодействия и сотрудничества, то это значит, мы вместе усложняем мир, и наши миры пересекаются, и тогда могут что-то создавать. Цель должна меняться. Это тоже индикатор нашего развития. Если цель не меняется, значит, мы не развиваемся. Значит, мы работаем по плану. Я думаю, что прозвучали замечательные, правильные мысли. И постараюсь их продолжить вот в режиме той симфонии, о которой очень верно сказал Андрей. Я бы не фетишизировал понятие развития. То есть на самом деле, произнося это слово, мы подразумеваем очень разные вещи. И я бы сказал, что, думаю, то, что происходит, в частности, с присутствующими, я верю в это, нечто гораздо более интересное, важное и значимое, чем то, что заключает в себе слово «развитие». Слово «развитие» — это только некоторое внешнее обозначение гораздо более существенных процессов. И в сущности это процесс обретения каждым своей судьбы. Это процесс не зря прожитой жизни. Жизни, в которой и через которую состоялось лучшее, что может быть. Хотелось бы, чтобы его воспринимали не очень буквально. Чтобы, знаете, это было как верхушка айсберга. А подразумевалось нечто гораздо большее. И то, что в каком-то смысле может быть и невыразимо, но и есть самое важное для каждого из нас. А что касается, был вопрос о проекте собственного развития. В юности очень важно, как ты себя оцениваешь. Есть целый период, когда вот эта твоя самооценка, соизмерение с другими, вот как ты, что, и в плане моральных качеств, других качеств, вот что ты собой представляешь, это очень острые вопросы, которые себе задаешь, и я был этим очень усердно занят в юности. Ну, открытие было много очень драматичных, открывал себе очень много там, и сильного, и разрушительного одновременно, и всякого разного. Но в какой-то момент я понял, что, в общем-то, не стоит очень уж с собой носиться. Вот когда ты себя держишь в фокусе, ты лишаешь себя очень важных возможностей действия, продуктивного действия, которое должно совершаться без оглядки на тебя самого. То есть, как ни парадоксально, даже важнейшее для себя, может быть, самое заветное, ты должен совершать, не очень-то на себя оглядываясь, не очень соизмеряя, как оно на тебе скажется. Нужно держать в фокусе то, что для тебя есть важнейшее. Для меня важнейшим всегда было то, что я люблю. То, чему готов я отдать и посвятить свою жизнь. И я стремился к этому. Ну, а какой я при этом вышел, такой и вышел, по большому счету. То есть еще вот после юности я как бы по большому счету на свое развитие махнул рукой. Но для меня было очень важно достичь вот того важнейшего, что имело для меня смысл. Знаете, мы ведь не конструируем себя на самом деле. Может быть, обретение лучшего себя, вот это естественное стремление, то вот возделывание себя, о котором очень правильно сказал Андрей. Конечно, знаете, всегда на самом деле это конкретный разговор с каждым человеком, в контексте его собственной личности, его ситуации, его проблем. То есть в этом деле все общие принципы или рекомендации, они немного значат. Следовало бы просто изначально быть честным
самим собой. Кажется, без этой отправной точки ничто дальнейшее невозможно. Не стесняться признаваться себе, говорить себе о своих несовершенствах. Знаете, люди очень часто мыслят себя как-то очень монологично, как некую данность, некую совокупность свойств. И им очень трудно вот, свое собственное несовершенство признать, принять, ощутить. Это нормально и естественно. Потому что каждый человек не данность, не, знаете, вот такой камешек какой-то округлый. Каждый человек – это драма. И понять себя как некую драму и характер этой драмы, содержание этой драмы – это тоже быть честным с самим собой. Второе – это не вестись на расхожие представления, мнения, внушения, общепринятое, на похвалу или осуждение всех, на общее мнение. Не значит это игнорировать, но просто понимать, что это не может иметь решающего значения для вас самих. Если оно того стоит и оно совершится, потом все скажут вам «да». Третье – это используйте шансы. Каждому выпадают свои шансы. И люди отличаются не тем, что одним не выпадают, другим нет, а тем, что кто-то их упускает, а кто-то использует. Но у каждого свои шансы есть. Вот эти свои шансы, именно свои, не вообще абстрактные, свои, старайтесь распознать и не упустить, и осуществить в них. Каждый сбывается. Ну и, наконец, четвертое. Не упускайте себя и будьте добры, доброжелательны к себе. Очень часто человек худший враг самому себе. Как бы умейте и себя истерпеть, и себя простить, и себя принять. И это будет точкой опоры для очень многих важных других созидательных дел. И какие бы горести с вами ни случалось, помните, что жизнь прекрасна. И пусть это всегда вдохновляет. Спасибо. Спасибо большое. Глубоко. Я вижу, как зал замер просто. Тишина дрожащая. Михаил. Можно немножко добавлю? Я вряд ли стремлюсь к развитию. Вот в этом смысле. И хочу пояснить. Мое отношение к тому, что я делаю с собой, скорее укладывается в другой алгоритм. Я пытался найти твердые моральные основания в большей степени, чем сделать из себя какого-то другого человека. То есть, а сейчас я пытаюсь там, остаться на этих моральных основаниях. И каждый раз задаю себе вопрос, в какой степени я в них крепок, например. Да? Потому что на самом деле мой подход – это вот опираться потом, жить, опираясь на вот эти моральные основания, на некие принципы, которые позволяют тебе делать приоритеты, выбирать. Да? Не вот это, а вот это. Достаточно твердо. Вот, там, быть профессионалом или не быть профессионалом, например. Да? По гамбургскому счету или не по гамбургскому счету. Вот, мне кажется, это важнее, потому что я с очень большой иронией отношусь к адептам спиральной динамики, да, которые считают, что вот из них, как из куколки вдруг, в некий момент должна выгубиться прекрасная, теперь уже не красная бабочка, или какая она там, да? Вот, но мне кажется, с человеком этого не происходит. И я очень хотел бы поддержать, вот, особенно слова, которыми завершал Сергей. Для меня примером, я не ответил на вопросы, кто какие-то, ну не идеалы, а примеры, да. Безусловно, авторитетом является швейцар. И будете смеяться, но Деникин. Деникин, генерал. Почему? У него было редкостнейшее совершенно качество. Я не знаю, оно не тренируемо, мне кажется. Его нужно просто как бы приобрести и культивировать себе. Но неважно, сколько было перед ним времени, каждый момент он радовался красоте жизни. Его вели на расстрел, а он радовался тому, что видел. Понимаете? Мне кажется, что это очень важная вещь, потому что ну, вот, понимание красоты, истребление красоты, да,
мы, наверное, на это должны работать. Ну, это таково мое понимание. Это спасибо. Спасибо. Классно. А тогда очень быстрый такой блиц вопрос и Сергею, и Андрею. А может, у вас тоже есть какие-то исторические личности, которые вас чем-то вдохновляют, на которых вы хотели бы равняться? И почему? У меня просто завтра беседа, касающаяся личности в истории. Я там, чтобы сейчас времени не отнимать, я скажу об этом. Вот все мы знаем кардинала Ришелье. И не только, думаю, по книжке «Трех мушкетеров», мы понимаем, что это великий реформатор, в общем-то, создатель, по сути дела, системы абсолютной монархии во Франции, выдающийся государственный деятель, etc. И пока я его воспринимал таковым, ну как, я отдавал дань уважения, но ничего для меня лично в этом не откликалось. Но потом я узнал, что это был глубоко больной человек. Больной настолько, что он часто не мог передвигаться, его просто носили на носилках. Всю Францию объезжал в этих носилках. Кроме всего прочего, у него были определенные проблемы наследственные с психикой. И вот когда я осознал, что вот этот тяжело больной человек, очень страдавший, вплоть до вот таких иногда вот состояний тяжелейших, психических, вот он-то и оказался вот этим действительно могучим, великим деятелем, который вот из горнила вот этих религиозных войн вот создал то, что он создал в эту новую Францию. Ну вот тогда вот Ришелье для меня стал одним из таких впечатляющих примеров. У меня такой есть вопрос, только что придуманный мной. А скажите, пожалуйста, Платон еще говорил, что управлять государством должны философы, мудрейшие люди. Кто такой мудрец для вас? И как вы приобретаете свою мудрость? И как вы ее используете? Как стать мудрым? Мудрец — это тот, кто соединяет, тот, кто учится видеть целостно, кто соединяет мышление, эмоции, чувства. То есть ключевое слово «быть мудрым» — это быть целостным, видеть целостно, сводить многообразие к единству. Я так и определяю всегда мышление. Это умение переводить множество информации, множество впечатлений, множество встреч, идей в единство, целостное единство опыта, знаний и так далее. Вот, то есть ключевое слово — целостность. Мы соединяем. Есть в старостоической литературе образ паука. Он немножко такой зловещий. Но вот мудрец — это паук в паутине. А его знание в мире — это сеть. И он своими лапками чувствует все в этой паутине, все касания, все вибрации, все, что туда попадает. А может, вам не нравится образ паука? Полюбите его. Красивое же. Красивое существо. То есть мудрец — это... Полезное. И полезное, да. Мудрец — это тот, кто вот видит эту целостность и открыт к тому, чтобы эту целостность постоянно углублять, расширять. Вот ключевое слово — целостность. Спасибо. Как вы в себе это приобретаете, развиваете, создаете эту целостность? У меня есть, вот здесь я не хотел бы говорить метафорами, есть выработанные правила. Я могу просто отослать, чтобы много не говорить. Например, последнее видео мое, которое вышло в Ковагуру, я еще на своем канале не размещал. Оно называется «Как обнаруживать в себе скрытое знание». Это вебинар. У меня есть ряд таких вебинаров, где я даю практические советы, показываю, каким образом выстраивать эту целостность. Но я могу сказать о том, что это приносит большое удовольствие. Я просто открыл две вещи, я вот буду краток. Я открыл для себя две вещи. Первое. Мир не таков, как нам рассказывают записные эксперты, различные авторы и пропагандисты всех времен. Потому что все лакируют действительность под себя, все используют это под какую-то систему. Очень интересно открывать мир, как он есть на самом деле. Это задача нерешимая, но хочется самому видеть мир, самому разобраться. Это первый момент. И второй момент.
целостное знание всегда дает нам возможность соединить множество подходов к миру. Например, человек, который мыслит экономически только, для меня больной человек. И власть экономиста — это ужасно. Власть технократа — это ужасно. Но и власть гуманитария — это ужасно. Потому что он на своей волне, такой шизик немножко. Ему говорят, скажи нам 3 шага, что делать? Он говорит, видите ли, и так далее. А целостный взгляд — это когда мы понимаем, что в каждом событии, в каждом сложном решении сплетены все вещи — религиозное, экономическое, историческое, политическое, философское. И вот когда мы это соединяем, у нас получается подъем на новую ступеньку. Я этим занимаюсь, и это большое удовольствие, потому что мне постоянно, да, кстати, по поводу развития, мне постоянно есть чем заниматься. Я вижу свою уязвимость в экономических знаниях, я начинаю изучать экономическую теорию. Я закрашиваю мои белые пятна в знании истории. Я скоро буду поднимать свои математические знания. Именно исходя из вот этого завета мудрости, собирать целостность. Я всегда знаю, что подтягивать ради какого-то определенного задания. Видя свои границы, я могу их всегда переходить. Это большое удовольствие. Ты чувствуешь, как ты становишься. Внутри растешь, развиваешься. Это по поводу развития. Но мудрость есть еще одно важное свойство. Это свойство, которое так очень... метафорически проявилась на истории с семьей греческими мудрецами. Был такой эпизод: из моря рыбаки поймали в сеть их вынули треножник. На треножнике было написано «наимудрейшему». И вот, значит, они начали вот определять, кто мудрейший. И, в общем-то, фактически этот треножник обошел по кругу всех 7 мудрецов и опять вернулся к Фалесу, с которого этот круг и начался, потому что каждый передаривал другому, считая его наимудрейшим. И когда треножник вернулся к Фалесу, он по общему согласию посвятил его богу Аполлону в знак того, что Бог есть источник мудрости. Человек лишь медиум. Думаю, первое определение мудрости, что она есть нечто большее, чем личность, вот тот, кого мы называем мудрецом. Если она ограничивается его пределами его личности, это не мудрость. Она всегда нечто большее этого вот человека. И это нечто большее проявляется во многом. И вот в источнике, там, в высшем источнике, и в том, что мудрость – это... все-таки признание. Признание не просто вот как оценка других людей, а их состояние. Я бы сказал, что мудрым является тот, рядом с которыми другие люди умнеют, рядом с которыми они чувствуют воодушевление, рядом с которыми для них открываются какие-то горизонты, они становятся лучше, для них они лучше понимают, лучше мыслят. Вот я думаю, это один из главных, так сказать, тестовых критериев для мудреца. И еще один важный момент, который отличает мудрость просто от развитого мышления, ума, компетентности, знания, образованности. Это ощущение, во-первых, неокончательности любых достижений и любой истины. То есть если мыслитель-интеллектуал остановился на чем-то как вот чем-то бесспорном и вообще просто остановил процесс мышления, он уже не мудр. И знаете, вот это не просто бесконечное продолжение, неисчерпаемость мышления и понимание человеком, который мудр, а это и способность каждый раз начинать дело мышления наново. Вот Толстой когда-то очень хорошо об этом сказал,
хотя он сказал вроде бы о ремесле литератора, он сказал, что всегда, когда я начинаю писать новый роман, я как бы наново учусь писать. Вот мудр тот, кто в каждой ситуации мышления как бы наново учится думать, наново открывает для себя возможности понимания. Как бы наново рождается в этом как мыслитель. И вот еще одно важное качество, опять чисто метафорическое выражу, среди греческих мудрецов, семи греческих мудрецов, был спартанский Форхилон. И у него был брат. И вот он очень ревновал к Хилону, что вот того так почитают, вот за мудрость. Все. Вот он все не одарил. Ну я же вот, я же не глупее тебя, я очень добродетелен. Ну что ж такое, вот тебя так вот почитают, а вот ну как-то меня совсем не так. И Хилон ему сказал, это потому что я умею сносить несправедливость, а ты нет. Вот это тоже очень важное качество. Мудрый человек принимает на себя вот, спокойно, естественно, бремя несовершенства. Несовершенство мира, людей, возможностей мышления, своих собственных. И он это делает естественным образом. И это не мешает ему в этом мире несовершенства, к совершенству стремиться, но очень часто его достигать. Если обо мне, то одну из версий ответа вы сегодня от меня слышали на эту тему. Я там даже матрицу нарисовал, где мудрость попала в сочетание умный, который считает себя глупым. Но я, наверное, не на таком уровне рассматриваю этот вопрос, потому что это уже некая такая мировая мудрость, как и мировая скорбь, которая требует очень, очень многого. Я считаю, что мудрость, в отличие от ума, это все-таки признание своих ограничений. И ограничений, в общем-то, мира. И это как, знаете, с критическим мышлением. Вот одна из неприятностей, на которую обратил внимание, это понимание того, что ты можешь быть неправ. И признание этого. Это уже не об уме. Вот и как это назвать в этом случае? Я это называю мудростью. Для меня это человек, который понимает, что есть граница, переходить к которой он со своими высказываниями, даже если очень хотят ответ от него лично услышать, он не может, потому что этот ответ – это частный случай, который не может претендовать на рекомендацию, на истину, да, как бы кому не хотелось истину услышать. Это, в общем-то, уроки, которые каждый сам должен извлечь. Вот если он для себя эти уроки извлекает, понимая, что есть ограничения, но я бы такого человека не умным бы назвал, а скорее ближе к мудрым. Что лично для вас жизнь? Ну, вы, наверное, не ждете ответа, что это форма существования белковых тел? Как угодно. Ну, тогда очень метафорично и кратно отвечу. Это все. Три точки. Так-то у нас как-то такая уже очередь сложилась. Андрей, вам. А теперь от вас ожидается долгий и пространный философский ответ на эти вещи. Это нам задали кратко. Да. Очень просто. Жизнь нельзя определить и описать в одном предложении. Спасибо. Абсолютно согласен с Андреем. Жизнь действительно неизреченна, но я все-таки изреку. Жизнь... Для меня это любовь, приключения, чудо и греческое слово, которое обозначает одновременно и радость, и благо. Тогда добавлю, это еще умение грустить, умение праведно ненавидеть, страдать, чувствовать уязвимость. Это так для вас. Это и есть приключение. Андрей, Сергей, Михаил. Вопрос простой. Очередной что, кто вам поверит, Сергей? Что вы хотите, стремитесь или хотели бы оставить после себя? Я бы хотел продолжать жить
в том, что останется после меня. Я бы хотел оставить то, чем я буду продолжать жить. И продолжать свой диалог, свое мышление, свои чувства, свою жизнь в том, что после меня останется. Я бы хотел оставить немножко больше порядка в головах. Если это ответ, то это ровно то, к чему я сейчас стою. Поскольку мы завершаем, просто хочу сказать, что, чтобы вы знали методологию подобных ответов. Она состоит в том, что можно дать 100 разных ответов, и они будут в точку и правильно. Потому что, когда мы ищем лаконичности в одном слове, это слово вбирает в себя все другие. Это беспроигрышный вариант. Например, для примера, доброе имя, свое уникальное видение, свой опыт, свои книги, свои идеи. Это можно варьировать. Я бы остановился на видении уникальном.